Завтра мы ожидаем влияния очередного южного циклона на территорию Харьковской области. Сам циклон по себе останется на территории востока Черного моря, Крыма, вот так, на юге. Ситуация несколько другая, чем была вот буквально вот за день до этого. Если до этого у нас циклон проходил южный через территорию Харьковской области и ушел на северо-восток, то есть на Россию ушел, то тут несколько другая ситуация. Ситуация блокирующего типа. Что это означает? То есть развивающийся антициклон северо-запада не даст возможности переместиться этому циклону. И получится ситуация следующая. Атмосферные фронты, которые будут уже влиять, осадки, выпадающие на этих фронтах, будут усиливаться ветром. Осадки это будет в виде уже именно снега, в Харькове в частности это будет снег и будет метель. Поэтому на завтра мы ожидаем сильный снег. По Харькову объявлено штормовое предупреждение, метель. Северный ветер 15-20 метров в секунду. И температура в течение суток 4-9 градусов мороза. А вот с 24 числа мы еще сохраняем снег, конечно, но это уже будет совсем не та интенсивность снега. Уже ожидаем понижения температуры. То есть начиная с 24 числа температура будет понижаться. И постепенно наиболее низкая температура ожидается 26 января. Ночью 15-20 градусов мороза. Если будет ясно, малооблачно, то, естественно, температура будет ниже. Ну, а дневные температуры в пределах 7-12 градусов мороза. Ну, вот примерно вот такая погода ожидается на ближайшие 5 дней.